Порядка 2 лет на улице Гаевского функционирует общежитие, где по разным подсчетам обитает около 600 мигрантов из ближнего зарубежья. Они работают на достройке проблемного жилого комплекса обанкротившегося застройщика. На встрече с депутатами Ленинского городского округа местные жители рассказали о соседстве, которое доставляет им сейчас немало неудобств. Они прямо так реально выбрасывают мусор ведь с пакетом из окна. И там просто лежит вот так вот, это все крысы бегают. Старожилы жалуются на мусор и грязь, посиделки на детских и спортивных площадках. На встрече администратор общежития показала правила проживания. В документе более 30 пунктов. У меня как раз есть очень много обращений от жителей по вопросу о том, что распивают спиртные напитки как раз вот здесь под окнами. Представители хостела идут на контакт с жителями и всячески пытаются найти решение проблемы. Главный же вопрос – само нахождение общежития для мигрантов в сердце города. Место общежития в исторической части города, наверное, не должно быть. Да? Наверное, его нужно перенести. Единственный выход из этой ситуации – организация на месте, где работают строители временного городка для их проживания. Представители администрации Ленинского городского округа уже встречались с застройщиком и ждут его ответ до конца этой недели. Галина Житкова, Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.